Всем привет. Хочу вот сюда вот на вытяжку с котла сделать такую ферму. Взял 6-метровую трубу квадратную 3 на 2. Сварил через метр. Нигде ничего не выравнивал. Вот какой был двор, так вот и положил. Вначале, в конце сварил, а потом через метр побросал перемычки. Вторую поликалу положил на первую, и все то же самое, в начале, в конце и через метр потом поприваривал. Потом взял, поставил их на ребро, в начале, в конце и через 50 сантиметров сделал ступени. Вот 6-метровая труба цельная. Вот уже покрашенную установил соседом подмостку. Тут к вытяжке приварим. Вот такая высокая получилась. Вот эти трубы я буду устанавливать, утепленные. Так, а это тут я решил закрепить так трубу, арматурку с четырех сторон обварил, чтобы труба не двигалась в каркасе. Виды такие у нас тут. Так, в общем, закрепил трубу туда-сюда, вот здесь, там, не дергается. Растопили котел.